Проект «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это конкурс руководителей нового поколения, который дает шанс получить грант на развитие своих инициатив и войти в состав лучших управленцев страны. Корпоративный университет области принял 5-й юбилейный состав участников. Встреча посвящена региональному этапу, который в рамках конкурса проходит впервые. В июле 2023 года на площадке Питерского экономического форума было подписано соглашение между президентской платформой «Россия – страна возможностей» и правительством Ульяновской области. Цель данного сотрудничества – это формирование и развитие социальных лифтов, поддержка проектов, создание возможностей для личностного и профессионального роста. По правилам, каждому субъекту федерации, принимающему участие в конкурсе, дается свой кейс задач. Ульяновские команды искали пути решения проблем транспортной инфраструктуры региона. Каждый участник, а всего их 21, смог предложить свои нетривиальные решения для поставленных задач. Кейс, который мы представляли, это совершенствование транспортной системы Ульяновской области, он на самом деле для нас актуальный. У нас постоянно, что называется, болит голова, как решить эти все проблемы, которые стоят. И то, что вы выбрали эту тему, я считаю, это очень правильно и здорово, и абсолютно ко времени, и вопрос у нас является злободневным. В числе участников как опытные руководители бизнеса или госсектора, так и новички. Поэтому порядка 35% состава нынешней команды – представители молодого поколения. Меня на самом деле больше всего привлекают новые возможности, которые дает этот конкурс. Возможности познакомиться с кем-то, возможности сделать какую-то пользу и возможности проверить себя и, возможно, получить какие-то интересные предложения. За счет программы каждый субъект имеет возможность сформировать мощную управленческую команду региона, а участникам открывается возможность прокачать свои профессиональные навыки и занять достойное место среди управленцев. Для них это прежде всего огромная школа. Это действительно лифт, потому что за очень короткое время они могут подняться на очень высокую высоту, еще не будучи сильно готовыми к этому. Поэтому вот на самом деле это вызов для них. И я могу сказать, что не каждый способен, особенно уже имея какой-то определенный опыт, да, не каждый способен поставить себя перед таким выбором, вызовом. Я могу сказать, что у нас очень достойная команда, и мы будем болеть за наших участников. Через 2 месяца ульяновским командам, объединив силы, предстоит решать новые кейсы задач, которые представляют собой симуляцию реальных управленческих ситуаций. Окружной этап конкурса пройдет в Нижнем Новгороде. По его итогам определятся регионы, которые уже в следующем году поборются за победу в суперфинале в Москве. Мадина Исмаилова, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.